Горчично-медовый соус отлично подойдет и как маринад, и как самостоятельный соус к салатам и мясу, по этому рецепту вы без труда приготовите эту вкуснейшую заправку. Рецепт приготовления горчично-медового соуса очень прост. Вы без труда приготовите горчично-медовый соус в домашних условиях. Эта заправка отлично подойдет как под салат из овощей, под мясо и рыбу. Список ингредиентов в конце видео. Приготовить горчично-медовый соус проще простого. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Мед, горчица, любая на ваш вкус, масло оливковое, уксус яблочный, соевый соус, перец черный. Горчицу смешать с медом до однородной консистенции. Многие считают, что мед нужно предварительно растопить. Смею вас уверить, что это совершенно не обязательно. При добавлении горчицы мед становится жидким. Влить в получившуюся смесь оливковое масло, яблочный уксус, тщательно перемешать. Добавить к смеси молотый черный перец. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Влейте соевый соус, еще раз перемешайте. Переложите соус в чистую соусницу и можно подавать к столу. Горчично-медовый соус прекрасно простоит несколько дней в холодильнике. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Мед, 5 столовые ложек. Горчица, 2 чайных ложки, любая на ваш вкус. Соевый соус, 2 столовые ложки. Масло оливковое, 2 столовые ложки. Яблочный уксус, 1 столовая ложка. Перец черный, 1 щепотка. Количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, до новых встреч!